Господа, добрый день, меня зовут Мазалевский Денис, мы находимся на споте кайт-школы KiteWorld в Анапе. Сегодня время, когда мы поговорим о новом кайте от компании FWN. И это будет Бандит 2017 модельного года. В наших руках оказалось 10-е поколение легендарного кайта. Действительно, можно применить это слово к данной модели, потому что Бандит в свое время характеризовал появление новой плеяды кайтов дельта-типа. Итак, давайте поговорим о его конструкции. Это классический в современном уже понимании дельта-тип. В кайте используется рип-стоп с двойной ниткой. Это хорошо видно, она чуть-чуть укрепнена, сеточка чуть-чуть укрепнена, но видно, что двойное сечение. Достаточно большое количество усиливающих элементов. Например, смотрите, есть мощные накладки, докроновые элементы в местах, где ткань купола пришивается к центральному баллону. Помимо этого, на задней кромке у нас облегчена, она выполнена из двойного рип-стопа. Здесь двойная ткань, сложена одна на другую. В конце идет легкая лента из докрона, поэтому задняя кромочка легкая. На боковинах у нас с вами есть уже присутствуют докроны. Эти места достаточно сильно нагружены, поэтому им необходимо, чтобы была дополнительная защита. И кроме этого, в самом, скажем так, наиболее стрессовом месте, когда вы делаете мощные развороты кайтом, присутствует специальный элемент. Это называется лата, жесткая палочка такая здесь вставлена. Ее можно менять, если она ломается, поставить на место, если вам необходимо. Вот, например, видите, мы ее достали, уберем назад. На краях купола есть три точки крепления боковых строп. Вы можете выбрать желаемую вам маневренность купола, либо нагрузку на планке. В конструкции Брайдла используется четырехточечная система крепления к куполу и два ролика для увеличения ветрового диапазона. Нам понравился дизайн кайта, они все очень яркие в этом году. Отдельно хочется отметить то, как дизайн сам по себе формируется на этом куполе. Он не раскрашивается красками, а это именно сами панели состоят из разного цвета. И на самом деле нужно сказать, что вот именно такой дизайн, так скажем, конструктивно сам себе образующий, является достаточно сложным в производстве. Это говорит о том, что компания накопила достаточно большой опыт в производстве кайтов и может делать сложную продукцию. В конструкции у кайта используется рип-стоп и докрон. Докрона не очень много, поэтому сам по себе купол получился легким. В новом году планочка чуть-чуть у нас поменялась. Вся планка — это монолитный алюминиевый сердечник. Концы планки тоже сделаны из алюминия, но знаем, что надо быть очень аккуратными именно с концами, не ударять их обо что-то жесткое. Например, были случаи, когда планки падали на кафель, и вот эти элементы могут отломиться из-за хрупкости самого материала. Чикен-луп похож на все предыдущие сезоны. Самое главное отличие — это небольшая петля. Было неудобно кататься в стиле VXS с такой петлей, надо было бы иметь побольше. Палец вращается специально, туда даже написано, на какой ветер, на какой, точнее, вес райдера он рассчитан, что он для кайтсерфинга предназначен. Про сноукатинг уже ни слова. Интересно знать, как он будет себя вести в мороз. Расчековка стандартная, движением от себя, то есть дергаете вот эту бабышку. У нас кайт расчековывается, а вот чтобы его собрать, скажем так, необходимо проявить некое внимание и четко потренироваться на берегу, собирать кайт, не кайт, а страховочную систему в исходное положение. В принципе, ничего достаточно сложного, но вызывают, так скажем, подозрение, что у новичков не сразу будет получаться собрать этот кайт в воде, тем более под нагрузкой, когда он вас куда-то тянет. Помимо этого, сама стропа депауэрна убрана в специальную оплетку, то есть она проживет достаточно долго. Есть фиксация чикен-лупа, когда вы снимаетесь с крюка, он у вас здесь не вращается, поэтому вертлюк находится выше планки, и стропы, кстати, хорошо раскручиваются. Боковины у нас, боковые стропы имеют специальные мягкие поплавки для того, чтобы
планочка легче держалась на поверхности воды. Хочется похейтить вот систему D-Power. В принципе, она классическая. В принципе, она очень четко и надежно работает. Все основано на знакомой всем системе Clamp-Clit. Вытянули триммер, и он зажался в ту специальном зажиме. Но если посмотреть, как это все сделано, с помощью каких-то болтов, каких-то пластинок из нержавеющей стали, слушайте, ну так делали 10 лет назад, а iFun этот элемент делает до сих пор. То есть это надежно, но уже ниже уровней стандарта индустрии, чего достигли другие бренды. А выше, если мы с вами доберемся, куда же надо добираться-то, вот до этого элемента, здесь у нас находится вертлюк. Опять же, вот с ним вопросов, проблем никаких не испытали, но по опыту знаю, что вот точно такие вертлюги, они не очень долговечны, они маленькие, туда внутрь попадает песок, уже при вращении я ощущаю некую, так скажем, неровность его вращения, то есть этот песок будет разъедать этот вертлюг изнутри, и есть шанс, что на мощном кайтлупе когда-нибудь он сделает бамс и разлетится. В лично моей практике такое уже было. F1 Bandit за моей спиной — это 10-е поколение, юбилейное, и чувствуется, что компания подошла с душой и со всей своей энергией в производстве этого кайта. Нам понравилось, как кайт летает в воздухе, его ощущение на планке и обратная связь. Отлично ощущается кайт, когда вы на нем катаетесь, когда вы прыгаете, когда вы приземляетесь. Всегда, абсолютно, на планке есть обратная связь. Вы понимаете, где кайт находится, что делает. Бандит всегда отличался хорошей, уверенной тягой. Может быть, она работает не с места, так сказать, но когда вы его бросите, вы разгонитесь на воде, появляется абсолютно уверенная, мощная, сочная тяга. Кайт хорошо рестартится на воде за боковую стропу. В небе ведет себя очень стабильно, в порывистых условиях, здесь такой ванайт, к сожалению, тоже бывает. Кайт стоит хорошо, в краю ветрового окна, не пытается никуда залететь ни за голову, ни свалиться задней кромкой, поэтому чувствуется, что кайт довели. Нам понравилось кататься в режиме на крюке и заниматься на нем фристайлом. Кайт очень быстрый, действительно, наверное, один из самых, так скажем, быстрых кайтов в индустрии, по типу, как делает компания Blade свои модели. Если вы быстро и резко заводите кайт, вас мощно, хорошо выкидывает вверх, и есть поддержка, вы можете продолжительно лететь. Понравилось приземление, так как планка очень прозрачная, вы хорошо понимаете, что происходит с кайтом, вы всегда можете его подстроить под свое приземление или докрутить кайт-луп, то есть вы вольны в своих желаниях во время полета. На удивление, после мощного катания на крюке и хороших полетов нам было легко кататься на нем в стиле вейкстайл. У кайта небольшая тяга на приземлении, когда вы снимаетесь с крюка, на нем очень легко перехватывать, конечно же, с учетом того, что это дельта кайт, предназначенный для разносторонних стилей катания. Итак, F1 Bandit 10-го поколения. Для кого же это кайт? Действительно, получилась великолепная модель. Она подходит райдерам разных стилей. Ну, может быть, да, гонки, наверное, давайте оставим в сторону, а всех остальных — новички, средний, продвинутый, только начинающие кататься, продолжающие кататься, катающиеся в экстал или просто прыгающие на крюке, или те, кто любит мощные ядерные кайт-лупы во все стороны запускать. Вот для них, для всех, для этого круга райдеров кайт абсолютно показан. Он отлично настроен. Действительно, только новички могут испытывать некоторую проблему с тем, что кайт очень быстрый, ну, гипербыстрый. И вот им бы, наверное, можно было пожелать, чтобы кайт был помедленнее. Но для этого можно перевязать боковые стропы на другие пиктейлы, чуть-чуть замедлить его. Это будет несущественно, но тем не менее. Поэтому, если вы выбираете свой первый кайт, можете обратить свое внимание на F1 Bandit и выбрать его. С учетом того, конечно, что первые свои шаги он будет вас иногда пугать. Те, кто продолжает или катается уже давно, вот именно для тех райдеров, вот именно те райдеры получат то удовольствие, которое на нем получили мы. Это был обзор кайта F1 Bandit. С вами был Музалевский Денис, кайт-спота, кайт-ворд в Анапе. Всем до встречи и пока!